Салют, всем привет. Вышел сегодня я на рыбалку, на щуку. Утро, прекрасная погода. Скоро наступит лето. С друзьями мы сегодня. Такая вот лодочка резиновая. Посмотри, Сергей, это утки, утки. Да, это утки. Не знаю, сейчас на камеру видно. Великолепное место. Давненько здесь я не рыбачил. Есть. Сел, да? Да. Красава. Фиксен, чуть подожми. Да, не, нормально, нормально. Там трава просто. Кибайся. Все, нормально. Только она выйдет сама. Она выйдет, я ее держу. Просто натяжку. Да. Конечно. Ты приготовился, что будет? Чуть-чуть этот, пацаны. Все, вот так, держи, ничего не надо. Да, это ультралайт, ты как этот натянул. Держу, бери, зачем леску. Все. Она не сидит, она сошла. Сошла? Да, вроде да. Да, она сошла. Она сошла. Вот это пиздец. Да, открытый этот, да. Открытый канал выйти. Да, пора уже. И там, кстати, этот ветер тоже. Не будет мешать. Надеюсь. Против ветра мне кидать. Здесь 100% навалом рыбы. Покидать не покидает нормально. И всегда щука была в большом количестве, да. Но сейчас трава так заросла, да, что... Вон, что говорится, сразу пришел две болванки, щушки такие. Да, сходы вылезли, да, лягушки. Первый горбдину закуп, но она и взяла ее, просто она, может, укололась, но не села была. Как сопротивляется, да, где-то? Да, уйдет. Уйдет же ультралайт поэтому. Да, уйдет же из всего. Опа, в глубину. Да. Надо вытащить, что ты ее мучаешь. Не хода, это можно было. Давайте. Под воду съемку, да, сделать. Вот все уже, окрестили, как говорится, новую колебалку, да? Окрестили, Серёжа. Я поймал и это, оба да. За мировскими. Да. Поймала, давай. Сейчас. Как она ему пробила. Свобода. Китай, что ли? Щучки-то маленькие. Маленькие, хоть и большие. Да. Смотри, какой хороший окунь, неплохой окунь. Он боком пошел, да, поэтому так да, был. Я в морозилку закинул. Окунь здесь еще крупнее гораздо. Он боком пошел, ну что за фигня, да? Да. Окунек. Давай, все, садок, доставай, ложи. На что потом? На колемалку. Да, соберем несколько окуней. Такой да, путь да, зашли сейчас. Плане, пошел, да. Вот в этом месте. Есть, да? Да. Да. Такеду? Давай, давай. Сачок, чтобы не убежал. Ничего себе! Это щучка что ли это? Ну щука это реально. Похоже на щуку, да. Да. И сопротивляется. Вот это да. На микроколебалку, блин, да? Охренеть, 3-граммовые, блин. Сотки, да, такеду. Да. Они обмы, держи, чтобы не упало, она может. Да, это прекрасно, блин. Вы без матов никак не можете, блин. Да ты заебал. Нужно фотографию, а не видео. Да, фотографию. Давай. Черенок, да. Так, смотри, как он ее.
Какой для ухи? Отпускаем, слушай, еще больше поймаем, блин, еще для ухи. Маленький маскинон, блин. Отпусти ротик. Записал? Вот. Силикончик как работает. Слушай, знаешь, сколько щук я поймал на этот силикон? Он уже весь изрезанный. Пожеванный. Да. Это от Манс. Фирма, что Манс американская. Несъедобная, но брахос рабочий. Ты пробовал, да, сам тоже? Да, да. Тише, тише, тише. Не спешите. Это окунь, окунь. Смотри, блядь. Окунь, блядь. Ничего себе окунь. Смотри, какой окунь. Окунь! Да какой? Падай, чтобы не упал, видишь? Да не упадет он. Так, просто не упадет. Снимай, падай. Подожди, я сниму. Ну ты сука. На какой боб, блядь? Вот так долбанул, я боже. Вышел я на берег. Здесь такая довольно сухая земля, твердая почва. Интересный каналчик проходит. Я, блин, в кетах. Не знаю. Раньше здесь попадала щука, уже давно здесь не блеснел. Надо как-то не провалиться, блин, здесь протестировать. Сперва на виброхвост. Потом на колебалку. Когда ставишь резину, то вероятность поймать окуня гораздо большая. И щука тоже не откажется, конечно. Это окунь. Неплохой окунь. Как он заглотил. Через глаз выпил. Такой. Конечно, не совсем мелкий, но не круто. Ну, кукушка, блин. Ку-ку, блядь. Ну что, пьяная, что ли? Да, рыба здесь движется. Ее здесь немало, поэтому, я думаю, щука будет сытая. Надеемся тогда на окуня. Бери. Готов, готов, пацак. Пацак. Крупная? Да, хорошая. Убери лесно. Давай. Ногу, блин, поднять. Осторожно. О. Осторожно, осторожно, тихо. Тише, 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 я видео снимаю. Давай, давай, сейчас печку сделай. Не могу ближе. Да, иди кадры, офигеть. Не убежит, а не пойдет, она сидит, бля. Она сидит, бля. Ну, вот сегодня... А ты сказал, когда ты отзади? Да. Хотя бы грамм на 800 я сказал, да? Получи килограмм. Не, полторашка где-то. Это да. Одновременно вытащить. Только твоя больше, да? Моя маленькая. Это да. Вот и ребята. На что? Я взял на это, на колебалку. Я носить не бойся. Адрий, да это где-то килограмм, полторашка. И это больше вот. Адрий. Да она идет. Что она делает? Давай, давай, давай. Красота. Все. Это мощь.
Я сказал, что я тоже поймаю. Стандартный гал. Ты заснял? Я все трава, она когда остановилась, ну что за фигня, блин? Вот это да. Сейчас я вот. Ну все, называется конец, да? Приехали, пригнали, блин. Ничего себе здесь коряга. Осторожно, осторожно, осторожно. Осторожно. Дюно. Здесь еще можно пару раз закинуть. Что-то будет. Здесь заканчивать нашу успешную рыбалочку. Сейчас где-то будет градусов 25, да? Не, не 25, ну 27 может быть будет. 20. Я думаю, максимум 25-27. Утром было 14 градусов. Достаточно прохладно было. Вот такой пейзаж. Великолепное завершение. Да не.